Салют, Мексика! Салют! По идее, третья Дегустация? Часть. Да, это третья часть, где мы пробуем мексиканские продукты. Угу. В частности, всякие сладости и всякие копчености. Я даже не знаю, что там. Спасибо еще раз Саре за вторую посылку. Да, спасибо, дорогая. Тоже посылки отправлял в Мексику. До границы с Мексикой доходят. Или там до Америки. И все, исчезают солдаты. Как будто, знаешь, какая-то... Черная дыра. Черная дыра, да, там, с посылками. Но это если обычная почта, а если там всякими дорогими. Короче, ладно. Сейчас мы будем пробовать. Давай мы первую. Вот такие чипсы. Я, кстати, про них спрашивал у народа. Сказал, что они фиолетовая пачка. Приготовь воды. Это очень остро. Да. А мы воду не приготовили. У меня есть. Что-то перченное. Погоди, с чем они вообще? Они, ну, вот чили и лайм. Да. Ой, остро. Пока нормально. У нас такого нету. Таких острых чипсов. Очень перченно. Да, неожиданно. Да, но если мешок таких есть, то я не знаю, там ад будет. В животе и вообще во рту. На воду? Нет. Нет. Тоже чипсы такой же фирмы. Сабритос. Только уже с другим вкусом. Вот эти вроде люди говорят, типа, хорошие. То есть все в красном. Так. Теперь это попробуем. Ну, эти классические с солью. Ну, это картофельные, да? Ну, по да. По вкусу-то картофельные чипсы. С этим мне тоже нравится. Угу. На наши похожи. Угу. Ну, почти что. Вот это вот адекватно. Наше. Как наше. Угу. Хочешь еще? Не. Вкусно. Че ты там стучишь, бля? Чипсы вот, а че он там стучит? До конца? Если для собак, собак у нас нету. У нас только кошечка. Не, я думаю, это не для собак. Давай, постучи, постучи. Конечно. А, это просто коробка. Я думала, это что-то для собак. Первое. Первое называется Тиа. Тортинос. Тиа Роса. Тортинос. Со вкусом ананаса. Ну блин, все посыпалось. Только пропылесосил. Давай. Так. Ну-ка. Тихо. Вкусно. Угу. Напоминаю, знаешь, печеньки у нас тоже типа таких есть, только у нас со вкусом ананаса нет. У нас больше там с малиной, с вишней, да. Какие у нас ягоды растут, его эти фрукты? Угу. С тем и сделано. А у них ананасы есть. Ммм, очень вкусно. У нас таких вкусов нету. Ну, тут есть с малиной. Я думаю, есть же. Такие же. Клубника. Печеньки с клубникой, да. Угу. Зарзамора. Вот с этим. Ой, давай попробуем. Да, давай, у нас такого нет. Похоже на малину, на самом деле. Нет, оно больше, наверное, похоже на ежевику. Как-то вот таких так. Вот у нас, по-моему, нету. Угу. Угу. Похоже. Я поеду в Мексику, буду все это есть. Алдама. Алдама. Вот такие штучки. Алдама. Написано по упаковке и форме напоминают это прошлое, помнишь, Делароса. Но только там халва была. Так, эту бумагу, скажите, нужно от этого отрывать или нет? Да, она несъедобная. Мне пофиг, я с бумагой съел. Ну, съедим бумаги немного. Ну, давай попробуем. Это не бумага. Ну, в смысле, если бумага, то она тонкая. Угу. Как вот такие вот штуки. Вот это вообще вкусно, кстати, да? По вкусу, да, наши эти напоминают. Как конфеты-коровка.
Да. Вот это, кстати, тут много. Угу. Так что вкусненько. Будем это обидаться такими штуками. Спасибо. Я буду чай и кофе пить. Паланкета. Паланкета. Угу. Сидишь даже с мексиканским флагом. Угу. Это хазина, ты хочешь сделать? А наши соседи сверху очень плохие, потому что они стучат, когда мы записываем видео. Так, а внутри там, интересно, какие орехи? Угу, жареные, ну как арахис, жареный. Ну ты посмотри, там арахис, еще семечки какие-то, угу. Все семена. Такой называется казинаки. Угу. А у вас? Вареный сахар с орехами. Ну тут микс арахиса, в общем, написано. Угу. А у вас называется паланкета. Угу. Михта. Очень вкусно, я такое люблю. Мне тоже нравятся казинаки. Это, ого, это, тяжелая какая это хрень. Это чипсы, это что-то там другое. Семечки могут. Это же тоже фирма Сабритос. Угу. Это вот такая штука. Наверное, мне кажется, это чипсы. Может, это арахис какой-нибудь. Вот, скорее всего. В Чили. Это будет остро. Это будет ураган. Взрывоопасное что-то. Орешки. Орешки. Это орешки. В чем-то остром. Миша. Убирай свою. Ну, кажется, тут семена тыквы еще. Что-то кисленько добавлено. Тут и семя чего-то тоже. Ну, такого остроты нету, я не почувствовала. Вообще. Что-то такое кисленькое. Подумала бы, это что-то... Лимонное что-то. Ну, ты съешь целый мешочек такой, и у тебя будет остренько во рту. Ну там уже чили такое. У них же там. Я недавно смотрела видео, как два повара путешествовали по Мексике. И они рассказывали о 200 сортах перца чили. От сладкого, чуть ли не фруктового вкуса, угу. До неимоверно острого. Я с таким удовольствием посмотрела этот фильм, была очень удивлена, что столько сортов чили есть. И такие блюда готовили. Че, как тебе это? Орешки? Я бы такие, кстати, ел. Вкусно. Да. Я боялась, что будет очень остро. Нет, не сильно остро. Угу. Да. Нормально. Ну, очень вкусно. Сабритос. Мне уже нравится фирма эта Сабритос. Это чисто мексиканская, да? Ну, видимо, да. Угу. Чипсы. Они по чипсам, орешкам, видимо. Угу. Это все, только чипсы только остались? Только чипсы. Да, тут сортов. Может, мне не открывать их, я не знаю. Не знаю, это с помидорами, видишь, томатные. Где чили какой-то? А это перчиком, только зелененький. Халапеньо. Халапеньо, знакомое название. Mm. Что такое халапеньо? Халапеньо, это то, что не растет у нас в России. Это, наверное, это перец халапеньо называется. Да. Давай, может, их туда не будем открывать. Вот. Вот такие. Нам потом... все нравится. Да. Но мне на самом деле уже нравится эта фирма Сабритос. Чипсы. Угу. Очень много видов, да? Да, делают. Да. Ну для них-то, для мексиканцев это, наверное, уже привычно. Угу. Это для нас что-то новенькие вкусы. У нас чипсы обычно там лук, сметана, там. Грибы, бекон, сметана, бекон. Бекон, сыр. Что там, огурчики соленые? Да, малосольные огурчики. Угу. Сыр. С крабами. Да, кальмары такое, там, все такое. А вот такое вот, чтобы с овощами и со всеми... чили. С чили, такое у нас нет. Да, у нас таких нет. Хорошая фирма. Да, когда приеду в Мексику, буду есть эти чипсы, когда буду смотреть сериалы. Что, давай скажем, что там нам понравилось-то больше всего? Нам вот эти конфетки понравились. Какие? Кругленькие. Вот эти. Мне честно все понравилось здесь. Все понравилось. Печеньки очень вкусные. А, вот эти печеньки вкусные, вот этой фирмы. Казинаки понравились. Казинаки, да. И орешки. И чипсы. В общем, все. Все понравилось. Сара, огромное тебе спасибо. Да, Сара, огромное спасибо. Мы все это попробовали, нам все очень понравилось. Спасибо тебе. Что-то есть похожее на нас? Вообще, мне нравится конечно, мексиканское. Это оригинальные такие блюда.
продукты. Мне нравятся мексиканские продукты. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите на наш инстаграм и фейсбук. И пишите комментарии. Салютас. Ну пошли есть.